Одном из измерений японской реальности меня без конца кавоизировали и выбирали для рекламы Hello Kitty. Я же существую в другом измерении или даже нескольких одновременно, где поток образов и форм из бессознательного в сознательное не прекращается никогда. Иногда мне кажется, что Китсуне стала моим альтер-эго и, согласно легенде, помогает создавать иллюзии, искривлять пространство и помогать смотрящему переживать фантазии в цветах, линиях, формах. В моем внутреннем мире, большом, сверкающем гейм-центре, купающемся в неоне, есть дверь. Реальность, сделанная из лего-блоков и фактурных текстур. Собирая инсайды внутреннего мира, я делаю фотографии.